Чуваки, всем привет! С Let's Rock'ом, как я и обещал, мы будем сейчас проходить. Вот он стоит. Перемещение. Так. Отлично. Сейчас, кстати, легче уже будет. Тут потому что есть напарник уже появился у меня. Вон он. Можно будет дальше проходить. Так, смотрим, что здесь у нас. Здесь все спокойно, идеально. Нам сюда. Блин, в прошлой катке я одолел корневую мать. Посмотрите, блин, офигеть. Вообще один не мог ее одолеть, а тут хоп, прям с первого раза. Ну ладно, все, идем дальше. Точнее, не одолел корневую мать, а защитил. Вот контрольная точка. Отлично. Вон там приколюшки какие-то лежат. Железо, оно нам как раз нужно будет. Кто там стреляет-то? А, это кто такой там бегает? Ты кто такой, а? Зверёк. Некуда класть. Что, реально все битком? Некуда класть. Серьезно, да ладно. А где показывается мне тут, что рюкзак заполнен? Интересно, ну ладно. А, что некуда класть? Сейчас будет. Сейчас будет класть. Сейчас я кое-что заюзаю. Мы заюзаем вот эту штучку и вот это. Блин, этот чувак убежал, короче, охренеть. А, рюкзак забит. Нет, все равно. Да, ну ладно. Дружище, ты куда убежал? Блин, взял, убежал куда-то. Я еще тут не все исследовал. Ведь вон тайничок есть. Вон что-то еще лежит. Железо еще. Вон еще железо. Здесь что у нас? Здесь ничего интересного.
Здесь сейчас посмотрим. Здесь тоже ничего. Я думал, тайничок, может, есть какой-то. Ничего нету. Так. Карта. Вон он где уже, офигеть, блин. Пускай идет туда. Пускай, ладно, а мы здесь пока побегаем, пособираемся. Так, здесь не забраться, надо вон там, с той стороны, наверное. А пойти сейчас я обойду и попробую забраться на этот дом. Полуразрушенный. О, что-то лежит. Адреналин. Оп-оп-оп, лом. Металлолом. Так, а здесь дверь. Нельзя этот стол ломать, понял? Прикольно, вот он что-то собирает, вот этот чувак, мне тоже достается, как бы, и ему, и мне идет. Прикольно, мне вот это вот нравится. Железо еще. Кстати, по-моему, за то, что ты вот ломаешь, вот это все тоже опыт дается. Я так понимаю. Шестьсот семьдесят семь, да? Запомню, сейчас сломать что-то. А, или нет, или я ошибся. Ну зато что-то выпадает, там какие-то прикольные штучки. О, настойка. Он прячется как. Некуда класть. Так, карта. По-моему, я пришел. Наверх я залез. И я залез наверх. Вот он, блин, куда пошел, блин, один? Как мне вот спрыгнуть? Интересно. Ну и пускай выполняет, блин, один идет. Я здесь еще на этой локации не был, я еще здесь ничего не знаю. Толком. Вон ящик стоит с приколюшками всяким.
Вон еще что-то лежит. Бегаем так, потихоньку качаемся. Собираем. Неожиданно так он. Некуда класть. Что это такое? Патрон для винтовки? О, это у меня. Блин, да ладно, патрон некуда класть, офигеть. Все, наполняем, забиваем. Вот сейчас железо, что у меня много железа уже? 25 штук, офигеть. У меня, по-моему, столько железа никогда не было. Карта. Мне надо вон туда. Че, он там всех завалил уже? Он что-то лежит. Вон еще что-то лежит. Патроны для пистолета. Это хорошо. Это хорошо. Че, кто шмалял? Кто стрелял тут? Кто шмалял, кто стрелял? Никого нет. О, можно сейв сделать, отлично. Отлично. Можно попробовать телепортнуться сейчас. Я не знаю, получится, не получится без него. Или он придет. Я бы в блок 13 вернулся бы на базу. Ну чё он там? Он походу не хочет, да? Или идет? Идет. Он по карте видно. Бежит, вроде. Да не. Ну как хочешь, блин. Значит, он не хочет сохраняться. Ой, на базу возвращаться, ладно.
О, все-таки захотел. Надо все продать, прокачать, посмотреть, что там есть. Встретиться с корневой матерью и поговорить в блоке 13. Так. Что-то я тут не туда иду. Да отстань ты от меня со своей болтовней. Ну, она. Надеюсь, она. Понятно. Так, нужно поговорить с матерью. А где с ней разговаривать? В блоке 13 написано. Сейчас я куплю этого чувачка. Только лучше. Так, вот этих вот куплю. Вот этих. Вот этих. Все вещи. Ну и ладно. Удачи. Эй, ты. Здравствуй, дитя. Береги себя. С корневой матерью мне надо будет поговорить. Рад тебя видеть. А, давай поглядим. Так, оружие прокачаем, молот прокачаем. Вот это еще разок прокачаем. Теперь броник. Ага, все, железа нету. Береги себя. Как дела? Давай меняться, да. Покупка. О, железо есть. Купить. Тут, не знаю, продать. До встречи. Так, и еще прокачать можно будет. Эй, бродяга. Конечно. Броник, броник, броник. Так, вот это качаем. Пока. Все, отлично. Теперь мне надо встретиться с корневой матерью. А где мне с ней встретиться? В блоке 13 написано. Мы устроили корневую мать как смогли. Она лучше всех нас знает корень. Надеюсь, она нам поможет. Странно. Ведет себя так, будто уже бывала тут. Я буду за ней приглядывать. Кто знает, чего от нее можно ожидать. Тут еще полно корней. Но благодаря вам у нас есть выход. А где мне с ней поговорить?
Она где-то на нижнем ящике, что ли? Да отстань ты от меня со своей болтовней. Нет, дружище, извини. Мне надо с корневой матерью поговорить. Эй, ты! Она не тут ли случайно? Нет, не здесь. Или. Так, мне надо найти корневую мать. В блоке 13 она должна быть. Так, ребята, ищем корневую мать, надо найти. Мне надо с ней поговорить. Где-то она здесь в блоке 13. А где, я пока не знаю. Может быть, пониже спуститься. На нижнем ярусе она. Нельзя. А да ладно, круто. Филиан знаний, очко таланта прибавилось. Так, ты тот. Это в дальнем бою снижает урон. Этот прокачаем. Чуваки, где корневая мать-то? Тут что ли? Так, а это что за мысляной тоник, понял? Вон еще что-то. Я пришел оттуда. Знание старца. Бонус к опыту. Бонус к опыту следующего уровня. Прикольненько. Эх, тут, да тут много чего можно найти-то, да? Вот так вот ломая. Так, а вот здесь вот. Сейчас я тоже разобрашу здесь все. Предохранитель. Новый предмет.
Неудивительно, что в блоке 13 должно вскоре появиться дополнительный предохранитель. Напряжение постоянно ск... А, внизу, я в первой катке, в самом начале вообще, еще нет, ниже можно спуститься и там предохранитель ставить. Там одного не хватает, точно. Напряжение постоянно скачет и выбивает то один щиток, то другой. Инженеры, которые работали эту систему, были бы рады знать, что она пережила человечество. Ну, не то чтобы рады, но... Понятно. Все, можно это вниже спуститься. Все, я понял. Так, ладно, идем дальше. Так, что у нас здесь? Здесь у нас... Нет ничего. Фиг с ним, с этим Let's Rock. Так, сюда нам не попасть, да? Нет, наверное. Записки. Исследуем блок 13. Оба-на, там кто-то лежит, сейчас туда посмотрим. Фига, тут что-то бурили, что ли, или что это такое вообще? Охренеть. Ага. Нужен ключ. Все понятно. Все понятно. Чтобы дальше пройти, нужен будет ключ. Так, сейчас я пониже еще спущусь, посмотрю. У меня есть предохранитель, там можно будет этот предохранитель вставить. И, по-моему, должна... А, рубильник запуститься должен. Можно будет. Посмотрим. Вон он, предохранитель. Так. Сейчас я его вставлю. О. Теперь есть свет. Так, а что у нас здесь интересно? Интересно. Обычная панель управления. Ничего интересного. Так, а там что? Так, тут тоже ничего. А здесь? Я не знаю, зачем этот лом, но он, наверное, пригодится. Он же не просто так. Он же стоит, что, зачем это нужен. Так, здесь все собрали. А вот здесь. Опа. Настойка еще одна спрятанная. Эх, ни хера себе, что это за камера такая.
Ага. Здесь тоже надо будет что-то вставить, я понял, найти надо будет. Лян знаний. Крутить ничего не надо. Все. Здесь я тоже посмотрел. В общем, ключа нет. И вот этой вот штуки у меня тоже нет. Это типа кнопки какой-то. Ключ тоже. Но у меня его нету. Что-то забыл взять. Так, 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 так. Остался вот центр сюда посмотреть, что тут. Тут ничего интересного. Скорее всего, я открою, и мне туда надо будет как-то потом пробраться. Но фишка в том, что нам, типа, в блоке 13 надо поговорить с корневой матерью. Как мне с ней поговорить? Где, точнее, она? Сейчас еще тут посмотрим. Просто какие-то двери, я помню, здесь закрыты были. Может, типа сейчас электричество когда подали, типа они заработали. Вон лампочка загорелась. Нет? Нифига. А, можно вот так залезть, да ладно. Блин, нифига себе. Так. Все понятно. Короче, нужно искать ключи будет. Ну, питание хоть подал уже на базу. Уже хорошо. А лифт работает? Нет. На всякий случай. Мало ли. Такс, такс, такс. Сейчас я посмотрю, еще что-нибудь прокачать можно. Оружие или броник? Иди уже. А, рад тебя видеть. Что тебе нужно? Да, вот это вот можно. Шлем. 32 брони, да? Стало 37. Пока. И мне надо еще с корневой матерью где-то поговорить. Надеюсь, у нас хватит еды на всех. Этот красный кристалл, он перенес тебя куда-то? Снаружи есть другие люди. Лишь я знаю, что я творится считал, что... на самом деле. Вряд ли Лес вернется. Привет. Слишком долго его нет. Да. Я, да. Я стараюсь, они... Осторожнее там. Понятно. Приветствую. Так. Слушай. Говорят, женщина-корень на свободе. Ой, уверен, она опасна. Я внимательно за ней слежу. А вдруг она шпионит для корня? Я отвечаю за безопасность.
Мы постоянно тренируемся. Я готов ко всему. До встречи. Ну? Нужен запасной план. Анекдоты какие, знаешь? Если вдруг пули закончатся. Так. Приветствую. 100% ее здесь нету. Корневую матерь. Я уже здесь со всеми поболтал. Ну что, ладно, тогда пора заканчивать.